Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 марта. Вот я сейчас снимала видео и почти уже ушла. Тут вспомнила, что я хотела вам показать, как выглядят на сегодня томаты, посеянные в один день. И вот когда показывала вот эти, говорила, что тоненькие стволики, желательно бы их утолщить, но я не буду. И вот эти, они посеяны в один день. Только эти толстоногие, вот про которые я говорила, что их предпочитаю всегда, ну, для раннего урожая сеять, и эти. Но эти, они в конечном результате будут двухметровые, поэтому они сразу тянутся вверх. Но вот в комнатных условиях, чтобы они были низкими и коренастыми, это невозможно, у них заложено, они прям вверх стремятся. Конечно, они выйдут сейчас на улицу, на солнце, они растолстеют немножко, но они все равно будут все выше и выше. А эти, смотрите, вот потому-то я их люблю выращивать. Ни забот, ни хлопот. Сколько стоят, они не вытягиваются. У них ярко-зеленые листья даже при низкой освещенности. У них не скручиваются листья из-за того, что сухой воздух у меня в комнате. Скручиваются только вот у этих, у неженок. Они, смотрите, такое впечатление, что они растут вот в идеальных условиях, где-то вообще, где-то на солнце и где-то... Вот такие вот эти толстоножки и такая разница. Я сейчас, когда вынесла, посмотрела, увидела, о, ужас. Они в 4 раза те длиннее этих. Это посажены они в один день. Все, до свидания.